Уникальные кадры. Первая встреча президента Украины Виктора Януковича с лидерами ЕС после его решения отложить подписание исторического торгового договора. Все это было снято на камеры. Решение Киева заморозить процесс евроинтеграции после стольких лет переговоров было воспринято лидерами ЕС очень болезненно. Они подозревают, что здесь не обошлось без влияния извне. Мы должны отбросить краткосрочные политические расчеты. И мы не можем поддаваться даже малейшему внешнему давлению со стороны России. Янукович считает, что предложенные суммы недостаточны для того, чтобы покрыть ущерб, который будет нанесен расшатанной экономике страны. У украинских предприятий и у правительства таких денег нет и не будет. А брать на себя обязательства, которые Украина не сможет выполнить, она на сегодня не готова. Чего нам теперь ожидать? ЕС отклонил предложение Украины провести трехсторонние переговоры с участием России. При этом у Евросоюза недостаточно средств, чтобы увеличить предлагаемую Украине сумму. Посмотрите на Евросоюз. По всей Европе массовая безработица. Проект единой европейской валюты потерпел фиаско. По сути, единственное, что может сделать Евросоюз, кого-нибудь обвинить, например, Россию. Это подтверждает, что ЕС окончательно разваливается. Итак, главы стран ЕС покидают Вильнюс, и остается лишь гадать, как бы все сложилось, если бы Украина подписала это соглашение. Но как они ни пытались, сделать Януковичу действительно заманчивое предложение, они так и не смогли. Пол Скотт, РТ, Вильнюс, Литва.